А я ведь предупреждал, все спойлеры только в конце видео, и то только после моей команды. Ну ничего, больше ты такой ошибки не допустишь. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами Кин и эта рубрика «Сходил я, значит, на». Рубрика, где я высказываю свое мнение о фильме, на который я сходил. А сходил я, значит, на «Хищных птиц» потрясающую историю Харли Квин. По сюжету фильма Джокер и Харли расстались. А так как в мире преступного Готэма Харли была не очень хорошей девочкой, то теперь многие бандиты, включая черную маску, хотят ее смерти. Но не только Харлин ищет спокойствие, признание и свободы. А вот кто еще? Вы и узнаете в фильме «Хищные птицы». Потрясающая история Харли Квинн. И для начала конкурс, в котором я бы хотел разыграть вот такую вот энциклопедию суперзлодеев в DC. Но тут, как вы понимаете, вас будут ждать и Харли, и Джокер, и Лютер, и Зум, и прочие враги героев DC. Но вместе с этой энциклопедией победитель получит, а я вот возьму и не скажу. Узнает, когда получит. Что ж поделать. Мы злодеи, так и живем. Как всегда, условия конкурса по ссылке в описании. Ну а теперь о фильме. Ох, как же я устал плавать в говне среди комментариев под постами с этим фильмом. А самое забавное, что эти комментарии практически все можно объединить так. Здравствуйте, как вам фильм «Хищные птицы»? Просто отвратительный фильм просто ужасный, мерзотный. Мне стрёмно, что я живу на одной планете с этим фильмом. Просто фу, какая гадость. Понятно. А когда вы на него ходили? А я на него не ходил. Я его не смотрел. Да, вот так вот обсирался фильм еще до того, как вышел в прокат. А самое печальное, что отзывы вот таких вот диванных критиков работают. И видно, как фильм теряет свой бюджет. Хотя я вот на него сходил, потом денек отдохнул, подуспокоил эмоции. Сейчас вот пишу видео, и фильм мне до сих пор нравится. Это сугубо лично мое мнение, но я считаю, что вот такими как раз и должны быть фильмы DC. Тихо, 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 я повторю. Это мое мнение. Просто как по мне, тот же отряд самоубийц вышел слишком комиксовый. Джокер, в свою очередь, сильно реалистичный. А в хищных птицах сразу видно и комиксовую подачу, и реализм. И нет, я не только про показ насилия на экране, который, к слову, показан чертовски мерзко круто. Я про ситуации в целом. Например, девочки разговаривают как настоящие девочки в отсутствии парней. И да, я работаю в большом женском коллективе, так что я понимаю, о чем я говорю. Но в то же время с этим не перебарщивают, как в том же Черном Рождестве, которое аж, сука, тошно смотреть некоторое плохое отношение к девушкам также взято из реала. И я считаю круто, если кто-то может дать такому отношению отпор. Хотя к минусам можно отнести то, что с этим иногда перебарщивают. То есть некоторые мужские персонажи так и кричат. Я просто душная свинья, неважная для сюжета. Кто бы набил мне морду? Я мразь! От некоторых таких можно было избавиться и ничего не потерять. Ну ладно уж. К плюсам также можно отнести боевку фильма. Не зря они пригласили того чувака, который ставил бои в Джонни Вике. Ох, не зря. Боевая акробатика просто завораживает, так что не оторвать глаз. Плюс также за музыку. На любителя, конечно, но мне понравилось. Ну и, конечно же, наши потрясающие пташки. Про всех расписывать не буду, как по мне, их неплохо раскрыли в фильме. Всех, кроме канарейки, вот ее часть маловато, как по мне. Но звезда нашего шоу, само собой, Харли Марго Квин. Как всегда, великолепно. Но после просмотра мультсериала, я заметил одно: Харли Марго вышла серьезнее своего мультаналога. Я бы сказал, что Марго выглядит как взрослая версия персонажа из мультсериала. Да, она такая же чокнутая, но в ней меньше чувствуется психичной инфантильности, нежели в мульт Харли. Зато Кино Харли и, как по мне, это огромный плюс, чаще пользуется своей способностью к психоанализу. И когда она его проворачивает, ты понимаешь, что перед тобой настоящий монстр, способный прочитать тебя на раз два. Ну и все же, если выбирать мульт или Кино Харли, я бы выбрал обеих, потому что одна выглядит более серьезно и от этого опасно, а другая опасна, потому что ни к чему не относится серьезно. Ну и напоследок, я бы сказал на сладкое роман Сайонис. Черная маска. И Виктор Зас. И второй, как по мне, в фильме лишний. Нет, я понимаю, Зас здесь для того, чтобы показать, что Сайонис что-то вроде мизофоба. Он терпеть не может морать руки но при этом не против посмотреть на насилие. Ну и за здесь еще будет для чего. Но это будет спойлером. Хотя, если у Романа убрать черту мизофоба и убрать Заза, фильм много не потеряет. Скажу сразу, Роман и Заз не ЛГБТ. Хотя, как по мне, у нас тут синдром Рокетмена. То есть, очень заметно, где кадр обрывается. Как будто там должно было что-то быть, но нету. Ну а так, если в целом, то черная маска та еще мразь. Я бы сказал, он настоящий злодей. Это я к тому, что многие злодеи в DC, в том же кинематографе, имели большую мотивацию. Например, черная манта мстил за смерть отца. Зод хотел восстановить планету. Орм хотел получить свой заслуженный трон. А Роман просто псих. Харизматичный, но псих любящий физические и моральные издевательства. Можно, конечно, вспомнить Джокера, но Джокеру мы как-то симпатизируем, согласитесь. Черной маски же в этом фильме не хочется симпатизировать. Но как же Юэн Макгрегор хорош в этом образе. Просто не оторвать глаз. Ну а теперь подытожим и перейдем к спойлерам. Хоть в фильме есть душные моменты, от которых порой закатываются глаза, но все же в целом это драйвовое, задорное, увлекательное кино, в котором отлично показана жестокость и реализм. Есть где и посмеяться, и где напрячься. Также, как по мне, очень круто, что в фильме нет неожиданного твиста. То есть то, что вам показали в трейлерах, вы увидите в кино. А круто это потому, что ну сколько фильмов с неожиданным твистом вам хотелось пересмотреть второй или третий раз. Ладно, есть исключения типа шестого чувства. Мы их пересматриваем, чтобы искать детали и подсказки к основному твисту. Но в большинстве других фильмов, зная их сюжетный поворот, мы уже не хотим их пересматривать. А вот хищных птиц я пересмотрю. И даже не один раз. Ну все ясно. Прогнулся под феминистками. Прогнулся под трендами. Ой, ужасно. Да, нет, вроде не прогнулся. Просто я считаю, что есть фильмы, хорошо показывающие феминизм, а есть не очень. Например, ту же Капитан Марвел я считаю дико скучным фильмом. Несмотря на обилие взрывов и всего вот этого прочего. Чудо-женщина, как по мне, просто великолепна. А Черное Рождество, как оказалось, очень феминистский фильм. Просто невозможно смотреть. Как я узнал, даже девушкам. Ну а на этом все, друзья. Дальше спойлеры. И если не хотите их узнать, то я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А в описании вас будут ждать ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду признателен, если подпишетесь. Ну а напоследок, прежде чем ненавидеть фильм, хотя бы посмотрите его. Ну а дальше спойлеры. Охренеть, это что, гиена в ванне? Я назвала его Брюс в честь милашки Брюса Уэйна. Как я уже сказал, твистов тут нет, а поэтому и тут особо нечего. Поэтому пробежим по основе. Короче говоря, Джокер бросил Харли. Она поубивалась, по барам пошаталась, но сразу никому ничего не говорила, чтобы не потерять статус. Задолго до этого, когда-то давно, семью Бертинелли из-за захвата власти порешали наемники Романа Сайониса. В живых осталась только дочка, которая выросла, искала мести и стала охотницей. В наше время над убийствами, совершенными охотницей, работает детектив Рене Монтоя, которую когда-то подсидел ее босс и забрал славу за одно дело себе. А в это время время в клубе Романа поет канарейка, которую Роман нанимает свои водители, дабы та забрала кристалл Бертинелли, на котором хранятся коды от счетов Бертинелли. Но кристалл этот подрезает уличная воровка Кассандра Кейн. Все узнают, что Харли теперь одна и на нее начинается охота. Ее ловит Роман и нанимает с условием. Найди кристалл или тебе звезда. Харли соглашается, находит Кейн, но та слопала кристалл. Также Харли понимает, что не хочет отдавать Кейн маски. И в ходе стечения обстоятельств в заброшенном парке девочки пересекаются и объединяются. Туда же подтягивается Роман. Со своей армией Девочки дают им по щам, но маска похищает Кейн Харли их догоняет и они встречаются на мосту Небольшой диалог, взрывчатка, маска, бух, конец Бриллианту охотницы, счета разблокированы Бриллианту Харли, бриллиант в ломбарде Все счастливы, конец Ах да, есть еще сцена после титров Хотя нет, я вам ее не расскажу Такое нельзя рассказывать. Ну а на этом еще раз все. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все, что есть в описании. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и... <свaliway> <свaliway> да, ну как тебе? Ладно, сойдет. Но помни, я на тебя подписана, и я за тобой наблюдаю. Так что вскоре я вновь встала на ноги, готовая принять неистовую богиню внутри себя.